Ну что ж, утро у многих началось с откапывания своих авто из-под сугроба, у других с опозданий на работу. Ждать ли еще снега? Спросим у профессора. Добрый вечер, Андрей Володленович. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые клинчане. Дело в том, что сейчас над нами проходит атмосферный фронт южного, юго-западного циклона, насыщенного влагой. И вот сильный снегопад, который мы наблюдаем сейчас, и который, кстати, к вечеру сегодня и ночью еще будет усиливаться, постепенно превращаясь в мокрый снег, снег с дождем. Затем, как это обычно бывает после прохождения таких активных циклонов, в его тылу похолодание, прорыв полярного воздуха с севера, и поэтому, начиная со среды, температура будет довольно заметно понижаться. К концу недели ожидается очередной циклон, тоже южный, который вновь принесет очередную порцию осадков в виде мокрого снега и повышения температуры вплотную к нулевой отметке. Но с его проходом в тылу опять же вторжение холодного воздуха. Всегда с вами Тверской государственный университет.